В Большом зале мэрии курорта жильцы дома по улице Объездной 9, чьи квартиры были уничтожены огнем в феврале этого года. Руку помощи с первых дней пострадавшим протянули власти всех уровней. Погорельцы получили единовременную выплату и компенсацию за частичную или полную утрату имущества. Также помогли восстановить кровлю, заменить коммуникации. Сейчас люди возвращаются в свои квартиры. Для собственников жилья на 10 и 11 этажах был разработан отдельный алгоритм по выделению компенсации на приобретение нового равнозначного жилья. Проделана большая работа. Сейчас она уже на завершающей стадии. Мы специально вас собрали для того, чтобы еще раз обсудить и констатировать, что вопросы, судебные, которые должны были состояться, в большинстве своем уже состоялись. Поэтому давайте сейчас вместе просто мы проговорим, обсудим и дальнейшие наши с вами действия определим, чтобы они были максимально понятны и доступны. Сумма компенсации за жилье исходит из средней рыночной стоимости одного квадратного метра утраченного помещения. При покупке нового жилья с юридической стороны людям помогут специалисты мэрии и МФЦ. Огромную помощь на всех этапах людям оказывает Анапская межрайонная прокуратура. Надзорный орган даже вышел в суд в защиту интересов пострадавших. 18 исковых заявлений не удовлетворены. Сейчас будет в работе. Единственное, что я попрошу вас на максимально короткие сроки предоставить уже заявление, соответственно, ознакомиться с этими решениями, предоставить свои заявления, и там есть алгоритм действий, чтобы можно было уже до компенсационных этих выплат уже быстрее добраться. Также по поручению главы с жителями на постоянной связи специалисты мэрии в специальном чате. Людей будут сопровождать до полного решения их вопросов. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.